Так, всем привет, ребят. Сегодня у нас будет мега имбовая битва гильдий. Мы сегодня будем наконец-то нагибать рели нубов. Кто это такие, в принципе, все уже знают. Также я вам покажу сегодня минусеров, которые там понтовались, что они там проходят, нагибают. Сейчас все сами увидите, сами все поймете, о чем речь. Ну, начнем с того, что прошло 6 человек, да. Там борцы-красавчики, два их топа прошли. С князя Димон из ЕКБ. Ну, чувак, ты крут. Ну, смотрите, что дальше. Первый минусер, который там бегал, орал, я нагибаю. В итоге, сами видите, 84%, днище полное. Учись играть без минуса, выпрям руки. А дальше просто подружка Рылева 96%. Многие будут сейчас кричать: вот, да, ребята, что у Рылева есть некрас, что у Халка есть некрас, донатные игроки, а тупо руки из жопы. Качайте дальше бег, ребята. Самый топовый талант для битвы гильдий. Ну что, идем нагибать их, что нам делать? Что у нас тут? Стрелок? Да, не вопрос. Вот так, ребята. Наконец-то они позакрывали свои дырочки. Но это их все равно не спасет. Как видите, просто изи. Качайте, качайте, ребята, дальше бег. Качайте стойкость и прочие таланты. Вы топчики, только на словах. Ну вот как-то так. Девяносто три процента, и мы проходим одним героем. Как видите, Фрэнки антистрелок, самый топовый герой. Ну, просто нет слов. Вот так вот, вот вам гильдия князи, ихние топы. Как я обещал. Просто топчик. Надеюсь, хоть на следующем мы сделаем перезаход. Девяносто 9%. Уже больше, чем 96%. С такими героями. Ну просто нет слов. Просто слезы, ребят. Ну, видите, не хочет Феникс добить. Не добил. Изи просто. Многие там будут орать, вот, а ты донатер, донатер, ребят, вот некрас есть на базе, значит игрок тоже играет с донатом, просто руки из жопы, кроме роллинга он больше ничего не умеет. Ну и конечно же пиарить, как он сказал, мега топ пиарщик. Пятьдесят процентов шанс слива минимальный. Я всех нагибаю минусом, нету непроходимых раз. Ну чё ж ты, петушка, не прошел сегодня меня?
Чё я тебя не вижу в списке прохождений? Где твой минус? Шанс слива минимальный, просто тупо гильдия засала просто проходить топчика, потому что знаю, что они сегодня могут просто занять, ну, там, третье, четвертое место. Трешуем дальше. Качай, Рылев, качай Ожог Ронину. Может, и на... когда-то будешь тащить. Но это не точно. Главное, что ты Рину вкачал стойкость, красавчик. Вот и все, ребят. Ну, хоть закрыли дырочки, которыми пользовались друг с другом. Так, кто у нас следующий? Ну, тут в этих чушек даже бить некого. Там одни миносеры, которые засунули свои языки очень далеко. Так, что тут у нас? Брабус. Ну, что, какой у нас вариант? Вариант только трешевать. Побежали, будем трешевать опять. Что делать? Видите, вот это уже уровень просто. Нам приходится перезаходить. О, вот, круто, круто. Все, это топ сегодняшней битвы гильдий. Я его не могу пройти, уже третий раз перезахожу. Просто топ. Ладно, пойдем с другой стороны. Что делать? Сейчас сольем Ронина. Хорош. Ну, отсюда начнем. Вот, ребят, не надо качать там кучу героев. Прокачайте одного Ронина. Все. Где топ? Почему вы так не умеете проходить? У вас такие же герои. Красавчики только на словах, как на деле. Так, сейчас, секунду, надо Ронина воскресить. Просто изи. Долго я ждал этой битвы гильдий. Поржать, поулыбаться над мега-имбами. Тут мы сейчас сделаем, ребят, вот так. Тоже кривая расстановка. Не, переделаем еще разок. Тут главная задача просто вытащить Рину, который нам просто поможет. Вот тут его кинем. Он нормально подбежал. Ну, что я вам могу сказать? Вот так вот. Надеюсь, вам это поможет в прохождении.
Правда, не у всех есть некросы прокачанные, но у многих они есть. Зато у вас есть возможность сделать Ронина с ожогом, который на данный момент будет вам очень помогать в прохождении топов. Ну, просто изи. Ну и последний. Ну, аналогичная ситуация. Попробуем вот так вот зайти. Ай, не успели до окончания песни. Эх, печаль, печаль. Ух ты, та ты что? Ничего себе, почти убили. Все? Сколько там у нас, не знаю. 9 минут мы потратили, ребята, на то, чтобы просто пройти всех топов. Ну вот так вот. Где вы, минасеры, которые всех нагибаете? Рылев, в кедах, чё? Очко жим-жим сегодня, да? Понтовики. Вот так вот, ребята, пишите в комментариях, кто тут папка. Подписывайтесь на канал, ждите очередных обзоров 12.12. Постараюсь исправиться и залить поскорее очередной обзор. Всем пока!